По 2 спасателя на каждую прорубь, и это минимум. Примерно так будет проходить для сотрудников МЧС предстоящий праздник. Плюс к спасателям присоединятся добровольцы. Сотрудники инспекции по маломерным судам говорят, что за последние 5 лет в оборудованных прорубях никто не утонул. Но все же призывают соблюдать элементарную технику безопасности и не злоупотреблять спиртным. МЧС и муниципальные службы в соответствии с правилами поведения в период празднования Крещения Господня настоятельно рекомендуют не совершать омовение, не совершать купание лицам в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно инспекторы оповестили глав всех муниципальных образований с инструкцией о том, как правильно оборудовать прорубь для комфортного и безопасного омовения. Те, у кого есть возможность сделать личную ордань, это тоже касается. В МЧС прогнозируют, что в этом году в проруби окунутся более 11 тысяч человек. Но цифра эта не окончательная, ведь с каждым годом людей, которые не боятся ледяную воду, становится все больше. Александра Петренко, Никита Плотников, Новости дня.